Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Олегиш Геймс, это Илюша, продолжаем играть игрушку Fallout 4. На чем остановились? Остановились в замке. Нам сказали поговорить с Престоном, я не хотел говорить без вас, но разговора толком и не было. Я просто пришел в город, он увидел меня рядом и сказал: «Ой, спасибо, благодаря тебе минитмены возродились». И написала квест старой пушки, выполнен. Так, куда хочу пойти? Хочу пойти... получить доступ к лаборатории Моровский. Это недоделанный квест. Вы видите, сколько сделано из этого квеста, но он выполнен не до конца. И это очень недалеко от форта. Я смотрел от нашего замка Минитменского. Вот здесь мы найдем рыбный завод Четырехлистник. Так. Ну и, наверное, можем от замка, можем и от полицейского участка переместиться. Просто я не знаю, стоит ли телепортироваться в полицейский участок. А, он нами еще и не найден. Школа в Южном Бостоне. Давайте переместимся туда и... полицейский участок. Интересно, зачем нам предложили его найти? Что мы можем найти в этом полицейском участке? Кто нам о нем рассказывал и зачем он нам нужен? Так, я немножко разгрузился, все попродавал. Решил, в принципе, отдать шляпу генерала Минитменов и плащ нашему Престону Гарви. Еще не надевал на него эти вещи, но надену. Отправлю его в замок, пускай управляет замком. Раньше он защищал наш поселок, потому что у нас были люди мирные все там. Но там уже есть кому его защищать. Так, ну, прямо... кажется, мы прямо возле какого-то рейдерского. Чё, живой болотник? А чё ты прятался? А кого он? Акулу грыз? Дельфина грыз? Болотник грыз дельфина, что ли? Выглядело, по крайней мере, именно так. Синт патрульный. Мы нашли отряд синтов. Синты классические, еще не очень похожи на людей. Ранние разработки. Броня синтов для туловища. Броня синтов для головы. Левой и правой ноги. Рассмотрим, как это выглядит. Почему бы и нет? Обычно синтов ничего не выпадало, а тут... Но мы будем находить броники синтов, но они будут все улучшенные, с какими-то уникальными свойствами. А так, в принципе, носить броню синтов. Так, моя шляпа для головы приносит просто харизму. Тут прям броник 9 физическому, 11 энергетическому. Как выглядит? Смотреть, как выглядит, да, потому что вооружен. Вот такой себе шлем, интересно. Видать, смекнули к чему и скрылись. Хорошо. Да, если я надеваю шлем, слетают обе наши вещи. Рейдер еще решил пожаловать на нашу вечеринку. Я даже не вспотел, говорит Ник Валентайн. Потом добавил, да я даже и не умею. Рейдер для чего-то ломанулся к нам. Что доказать себе хотел, не знаю. Нам он точно ничего не доказал. Враги легкие, можно и с пистолетиком побегать.
Еще меня вон то здание интересует. Хотя я, кажется, знаю, что это такое. Мы позже с вами к нему сходим. Так, кого я видел? Легендарный супермутант Громила. Интересно. Давайте присядем и сделаем скрытный выстрел, дабы нанести ему хороший урон. Два убиты, два спрятались, да? Переплыть могу? Могу. Хапну радиации много. Контейнер. Чуть не задохнулся. Пивоварня Гвинет. Нам сюда надо будет. Мы здесь будем искать пивоваренный наш аппарат. А вот легендарный Громила не интересен. Что-то там уникальное на нем должно быть. Возле фуры где-то был, да? Легендарный дутень. А вот и броня синтов, как я говорил, с уникальными свойствами. Ненадолго замедляет время в бою, если ваш уровень здоровья не выше 20%. Интересно. Так, дутень был уникальный, но его убили супермутанты. Сражались с дутнями. Наркоман. Записка наркомана. Костюм следопыта. Забрать, что ли? Спортивный костюм. Девушка. Девушка, ваши костюмы будут носить мои поселенцы. Всех поселенцев буду переодевать. А, наркоман. Мы же двигаемся к лаборатории. Наверное, это один из их охранников. Ремонтная броня синтов для правой руки. Уменьшение урона от роботов на 15%. Вторая броня синта. Как только сказал, что они существуют, сразу нашли две уникальные брони синтов. Уж насколько качественные, не будем за это говорить, но тоже с какими-то своими свойствами. Интересное помещение. Я такого не помню, здесь типа никогда не был, но ничего экстраординарного. Тем не менее, три вещи. Практически сразу. Одна с дутня и остальные с мутантов. Так. Записка. Не интересует меня записка. Записка. Мастерские. Записка. Статистика. Можно почитать. 62 дня прошло. Территории зачищено 23. Локации найдено 105. Часов сна 33. Мало спали. Крышек найдено 19 500, максимум крышек 10 500. Хлама взято 2607, сундуков опустошено почти 500. Хорошо, это все хорошо, статистика, это весело. Нас интересует разная записка наркомана. Дилер говорит: Funnel Hall — огромный тайник с химикатами. Добудем их, и можно несколько месяцев не париться. А может, продадим их и купим чего посильнее. Funnel Hall. Интересно, где это на карте, но Funnel Hall мы не знаем где это. Мы еще в Галлюциген вот должны сходить, принести добрососедскому этому отельмену наркотиков. Так, четырехлистник мы
96 метрах цели. Да-да, вы слышите радио классика. Чайки! Ха-ха. Конечно, криповые чайки. Вот еще прилетело. Вальну? Нет, не вальну. Вальну. Зачем вальну? Скажу. Зачем? А может, не скажу. Не хочу спойлерить. Всех не убью. Скажу так, что есть необычные птицы. Это не они. Жалко, что убил. Тут и так флоры и фауны немного неагрессивной. Ну да ладно. Так, радио классика. Менялся радио свободы, которая была. Которая была минитменская. Мы будем слушать классическую музыку именно Fallout. Если уж слушать музыку, то только Falloutовскую. Рыбный завод, четырехлистник. Мы помним, как нам женщина Гуль рисовала карту. Тихо. Да ты задрал, ты... Это ж я не с пистолетом пришел. Гули, супермутанты. Хотел ударить прикладом, но знал, что может граната сработать. Интересная западня получилась. Всем что ли наркотики нужны? Интересно прилетело. Интересно прилетело. Твою мать, ты что, с пушки что ли? Это я бросил гранату. Это наша пушка работает. Ой, ребята. Отбила Нику Валентайну всю броньку. Так, где там загрузить? Что-то мне вообще не понравилось. 207, а хрен его знает, где я сейчас. Уже рядом с фортом, вот к нам и прилетело. Улучшенная кожаная броня, расход очков действия в 20. Голяк. Кинул туда еще одну. Похоже, берег чист, но сейчас туда начнут прилетать тоже снаряды. Да. Это я уже намеренно. Пси, Валентайн цепляет. Валентайн задрал мне чинить потом это все. Я только между видосами починил. Интересно прилетают, конечно, снарядики. Мешок с мясом, патроны и деньги. Кусок мяса какой-то. Все в кровище. Супермутанты беспредельничали. Got it.
Да, как-то можно еще обследовать, в принципе, вот эти ступени. Ножник там шевелится, как букашка. Потрепала жизнь нашего Валентайна. Я только-только починил ему всю броньку. Чан. Интересно, что в этом чане. Они варить собирали что-то, да? Это супчик у них такой. Да, супермутантов и самих в чане делали. По какой-то технологии. В самой первой части Fallout'а рассказывалась история создания супермутантов. Эта история мне не очень известна. Я первую часть не играл. Первую, самую первую. Со второй. Возможно, когда-то у меня будет настроение поиграть и первую. Это будет явно не для канала, потому что, ой, растяжка лазерная. Модифицированная ловушка, ее нельзя обезвредить. Откуда пальнет? А, здесь есть электричество, да? Подведено электричество. А взорвать ее? Сейчас Ник нарвется. Так. Не знаю, правильно ли идем, но вроде цель прямо по курсу. Нормально ты ковылял, я думал, его это Ник ходит сзади, ковыляет. Ядерный блок нашли, какая красота. Со временем нас собираю их, смогу ходить с силовой броней побольше. Но со временем она мне и не нужна будет, у меня будет защиты много-много. Но тем не менее, мы, может, когда-то повысим сложности. Лишняя защита будет не лишней. Дело в том, что перемещаясь в силовой броне, мы теряем все бонусные свойства от наших. Ты же знаешь, я умею работать с несговорчивыми старыми машинами. Может, мне взглянуть на этот терминал? Все, иди там на крыше теперь, когда я уже изучил хакерство. Требуется пароль, но нам пароль дала женщина-гуль. Я уже не помню, как ее звали. Прикольно. Валентайн жжется на огне. Химическая лаборатория Моровский. Моровский мы находили, это босс мафии, босс гангстеров. А вот и костюм нам бесплатно. Костюм химзащиты мы такой хотели. У меня так скоро весь хладагент вытечет. Поесть, мы тебя заправим. Защитный комплект. Вот, нам даже не пришлось убивать тех напарников Фаренгейт, чтобы
забрать себе костюмчик. Костюмов мы сейчас наберем множество. Так, видео далеко не первое, видео уже под 20-е, да? Скажите, пожалуйста, кто смотрит, хотите ли вы видосы, где будет звучать вот музыка на заднем плане именно радейки. Музыка в этой игре прикольная. Вот только нравится ли она вам. Хотите ли вы, чтобы оно играло с музычкой? Так, помощь. Антирадин и сразу еды какой-то. Музыку я в этой игре люблю. Все любят музыку из этой игры. Из третьей части, из четвертой. Тут, кстати, это... Мелодии-то уникальные. В каждой части свои, скорее всего. Терминал нужен, чтобы открыть дверь. Что, много разных химикатов, на что, в принципе, был расчет, но, как мы помним, мы за эту информацию заплатили приличное количество крышечек чуваку, который живет в Diamond City. Вискарик. И я надеюсь свои крышки от него потом забрать. Мне не хотелось его убивать. Не настолько мы кровожадны, мы стараемся отыграть роль хорошего парня в этой игре. Можно, наверное, и по-другому, но когда у тебя высокая харизма, с тобой все дружат, тебе и цены получше у продавцов. Да и лучше, чтобы нас любили, а не боялись. Пускай нас боятся разные рейдеры. Комплекты заберу. Как ни странно, на Морозке работали игрушечные инопланетяне. Работали одни гули. Но гулям не страшна, скажем так, радиация. Но тут радиация ни при чем. Здесь химикаты. Морозки-то сам вроде как не гуль. Хотя все гангстеры из Добрососедства, насколько мы помним. А в Добрососедстве гулей много. Это город, куда гулям не заказан доступ. Они могут свободно там жить и перемещаться. Вот, например, в Diamond City гули не очень любят. Так. Канистра, канистра. Канистрами воспользуемся позже. Станционное управление дверью. Входим на завод. Так это мы еще даже не на заводе были, то мы так в коридорчике чисто. По-моему, нам нужно поговорить. Ну давай. Второй диалог от Ника Валентайна. Okay. Хорошо. Просто мы с тобой уже давно путешествуем вместе, и мне подумалось, что мы не совсем в равных условиях. У меня было достаточно времени, как следует порыться в твоем грязном белье, а ты до сих пор обо мне ничего почти не знаешь. Я решил, что нужно исправлять эту несправедливость, так что если хочешь что-то узнать про меня, спрашивай. Ладно, кто же ты такой, Ник? Хороший вопрос. Я сам уже черт знает сколько пытаюсь найти на него ответ. Я Синт, один из уникальных проектов института. Но в отличие от новых синтов, созданных с помощью биоинженерии, я механизм, так что на профосмотр я хожу к механикам, а не к докторам. Но воспоминания и собственная личность перешли ко мне от одного копа, который вызвался на это добровольцем еще перед войной. Такой вот эксперимент. Они просканировали его мозг и залили все его содержимое в мою программу. Понятия не имею, зачем они решили сделать робота-полицейского, а не математика или там биоинженера. А может, это и к лучшему. Кто знает, вдруг тогда институт не вышвырнул бы меня на свалку, и я сейчас похищал бы людей.
Погоди, выходит, настоящий ник был еще из моего времени? Именно так. Поэтому, очутившись здесь, первое время я пребывал в полной растерянности. Я очнулся в мусорной куче, весь покоцанный, а в башке у меня крутились мысли какого-то мужика, который уже 200 лет как помер. Так что первые пару недель я был в некотором смятении. Тогда народ еще мало что знал о синтах, люди, которых я встретил, скорее просто остерегались меня, но не были откровенно враждебны. А вот детишки меня совсем не боялись. Первым, кто заговорил со мной с тех пор, как институт дал мне пинка под зад, был один пацаненок, его звали Джим, если я ничего не путаю. Он целый час меня расспрашивал, рассматривал, трогал. Потом до народа дошло, что я не собираюсь никого бить, и вся округа пришла посмотреть на Железного Человека. Для них это было настоящее событие. Местный механик даже провел мой полный техосмотр и ничего с меня не взял. А вообще они все относились ко мне как к человеку, и я с тех пор тоже стараюсь не оставаться в долгу. Сейчас подобные отношения редко когда встретишь, но ты, как мне кажется, как раз из таких. Собственно, потому я до сих пор с тобой. И где находится этот город? Надо бы туда заглянуть. Как-то раз, уже освоившись на новом месте, я решил навестить их и поблагодарить за все, но города уже не было. Рейдеры. О судьбе жителей мне ничего не известно. Если делать людям добро, они это платят добром. Так меня с детства учили. Полностью согласен. Наверное, тебе до смерти наскучило слушать про скелетов в моем шкафу. Пойдем, что ли, уже? Ой, там еще были варианты про... Что это за водища? Там еще были разговоры про институт. Ник. Get off your chest. Your thoughts? Should we get a move on? Your thoughts? It's good to see there's someone. Приятно видеть, что остались еще те, кто пытается сопротивляться безумию, охватившему содружеству. That's all. All right. На этом все, ладно. Да, прекратил он разговор, он так, видно, порциями будет с нами разговаривать об этом. Такой вышел, не поверив своему счастью. А, никто только это, не провались. Sweet. Боевой карабин и пули в ящике для инструментов. Как вам такое? Это не первый раз, но такое мы уже замечали. Антифриз и ментаты. Я не знаю, что нас ждет на этом заводе, я никогда здесь не был. Под нами цель. Видно, есть этаж еще ниже. Провоцирующий бейсбольный биток. Удвоенный урон целям с полным здоровьем. Забирать забираем, но, скорее всего, на продажу. Я уже не помню, что нам та женщина рассказывала. Здесь будет какой-то тайник, или нас просто дали нам доступ на эту локацию. Так, терминал открывающий. Терминал, открывающий дверь стальную. Бассин один. Таунт один. Банч 0, это не Б. Майлз, нет, не оно. Короткие слова и буквы совпадающие очень часты. Старт. Старт. Угадали. Управление дверью, управление протектроном. Мы протектроном можем
задействовать. Катектрона можно задействовать, но хотя бы пару целей еще уничтожим, которые могут ему тут повредить. Ядерный блок. Ядерный блок — это что ли ядерный блок? Это не ядерная батарея, это прям ядерный блок. Но в принципе за такой закрытой дверью и не странно найти что-то хорошее. Так, и начинаю понимать, откуда у меня когда-то при прохождении было 50 с чем-то блоков. Если шастать разными постройками, блоки находятся довольно-таки активненько. Мы еще с вами побегаем в силовой броне. Я еще буду их перекрашивать, я еще наиграюсь с бронькой. Была мысля напарнику дать броню получше, а не свою. То есть свою ту основную. Они как бы по качеству не так легко ее сломать. Но она более дорогая в ремонте. Я подумал, включение, протектрон заступает на службу. Что у тебя? Огнеметы? Нет, механик. Хотя можно было сменить матрицу его поведения. Он был бы каким-то охранником, возможно. Ну, пускай будет механиком. Какую-то рыбу нашел. Рыба-селедка. Интересно. Так, что еще здесь был? Здесь был. Цель на мини-карте красненькая есть. Сейчас найдем. Так. Я не знаю, что нам вообще от этого завода надо. Мы его просто лутаем. Чем там робот их фигачит? У него, наверное, какие-то гвоздеметы, не? Хотел сделать из него охранника, но он и сам понял, что он охраняет данную территорию. Оружки. Я думаю, что они гвоздями стреляют. Типа как винтовка железнодорожная. Южный Бостон. Я где-то Ника потерял. Не очень понимаю, куда. Вот еще ядерный блок. Отлично. Клеи находятся. Ой, вес предельный, а напарник куда-то скипнул. Так. Возникла зависимость. Все бафтаты. Да я чё? Лечить. Почти нашел правильное положение, но оказалось все намного левее. Много патронов, это хорошо. Патроны мы в этой игре не покупаем совсем. Мы надеемся на выпадение. Вот наш Ник, он просто застрял перед упавшей доской. Конечно, да, зависает наш напарник. Он такой искусственный интеллект у него. Не на грани фантастики. Ника будем менять, как только. Как толечко мы. Чё ты вдруг завис? Что? Вот что у меня есть. Что у тебя есть, мне неинтересно. Давай мои вещи забирай. Thanks to the efforts of a few of my friends. I've
decided to change how I look at things, how I live my life. I'd like to take this opportunity to thank the Vault Dweller for lending me a hand. I really do appreciate it. All right. Oops. That's enough sentiment for me. Let's get it on back. Может, я смогу ников эти броники синтов одевать? Потому что обычную броню человеческую надевать не захотел. Так, понять бы что? Понять бы, куда нам дальше, потому что я типа как вверх вижу выход с территории, а вниз это вниз. У нас есть еще куда идти ниже, по идее. Южный Бостон. Железнодорожных гвоздя 2. Вот, возможно, как раз таки это те гвозди, которые метнул наш робот в гуля. Еще дверцу находим закрытую. Надо найти. А, дверь открывается без терминала. Тихо. Ломать не строить. Ходив, в принципе, в подземелье мэра, мы наткнулись на охрану мэра. Клея хорошо находим. Ой, ох, какие звуки. Да там, по-моему, еще и гудок такой срабатывает этого. От паровоза ту-ту. Так вот. Придя в лабораторию Моровски, я думаю, что мы должны встретить кого-то, кто главенствует в этой лаборатории. Не хотелось мне терять этого робота, я говорил, что хотелось сначала зачистить получше помещение, дабы он выжил. Тут очень сильная радиация, надо валить отсюда. Нету здесь радиации. Гангренозный дикий гуль. Только гуль был немножко токсичен. И они забили этого. Забили этого протектрона. Но если бы мы зачистили полностью здание и выпустили его, не факт, что потом не заспавнились бы враги со временем и не убили бы его. Извини, протектрончик. Ты был мне симпатичен, но я не смог тебя уберечь. Такой песни я и не знаю в Фоллауте. Чемодан нашел. Интересно. Знаю, знаю я такую песню, она просто странно началась. Не обратил внимания. Так. Сюда можно попасть. Спрыгнул, да? Спрыгнув, спрыгнув. Оп. Рейдерская броня левой, правой. Прочная рейдерская. Скелетик на топчане. Жрал. Что-то гудит, но я не думаю, что мы должны найти еще ядерный блок, потому что и так нас засыпали ими. Для пыли прошли действия бафаута, но я
я уже сгрузил вещь на вещь, говорю, вес нашему напарнику. Патроны, мины, два ствола. Рассмотрим их попозже. Ха, череп к черепу. Что-то интересное. Череп — это кость. Оставим как есть. Стимулятор нашли за зеркалом в ванной комнате. Бутылка пива. Не так интересно. Давно журнальчиков не находили. Я как бы внимательный. Журналы — это хорошо. Журналы — это прокачка пассивная. Только сказал, вот вам, пожалуйста, байки торговца из Джанктауна. Perfect, идеально. Торговцы будут предлагать вам товары по более низкой цене. Просто чудесно. Perfect. Только-столько сказал, как будто его там видел. На самом деле не видел, просто такое себе предчувствие. Знаете, шестое чувство. Что-то у лет рассмотрели. Что вообще по этой миссии? Она как-то еще отмечается? Или она уже считается пройденной? Нету нигде точки, я отмечал миссию. Наверное, просто надо было туда попасть внутрь, то есть сюда. Что мы и сделали? Попали туда? Куда? Попасть, наверное, ранее не могли бы. Потому что у нас не было паролей для терминала. Но если там был доступен взлом, я и так взломал бы. Ничего особенного. Можно выходить. Лаборатория, мне кажется, изучена и зачищена. Есть выход. Сайт Южный Бостон. Да и наш ник телепортируется наконец-то с того места, где застрял. Не было у меня ни с кем таких проблем, как с ником. Подвисает робот. Прошивка нужна посвежее. Вот она, наша лазерная ловушка. Обезвредить. Эту ловушку нельзя обезвредить, обойти тоже нельзя. А что сработает-то? Будет очень больно. Перепрыгнул, наверное. Чё-то ника я не вижу. Вот напарничек. Это что, мне надо выйти тем же способом, что я зашел? Или попытаться отсюда вообще телепортироваться. Давайте попробуем в форт телепортироваться, я это... Я как раз сталь с собой притащил, дабы... Дабы немножко сделать там этих... водонапорных каких-то вышечек. Там для счастья людям не хватало еды и воды. Ну, еду я посадил. Все, что было с собой. Тыкву, арбуз, морковь. Два бритва злака. Как бы еда хоть какая-то должна там появиться, если туда приставить человека. Ну и чё, Валентайн? Слава Господи. Так, это наше Ронни Шоу. Только Ронни Шоу я не заставляю работать. Пожилая женщина, пускай делает, что хочет. Так, это наш напарничек, мы с ним еще погуляем. Тоже новый напарник Макриди. Я не уверен, есть ли у него какие-то миссии. Мне кажется, это просто наемный работник. Сюда на вышку поставил чувака. Отдал ему тот миниган, который мы получили в награду. Так. Сюда поставил девушку с лазерным карабином. Есть она.
Да и здесь вышка, оказывается, есть. Я их не строил, они сами. Так, ну чё, ушанки, как ты тут? Что у тебя? Лазерная дубинка, что ли, какая-то? Он как-то так мушкет странно держит, как будто дубинку. Это ты шмалял по нам? Дать бы тебе по башке. Отбил Нику всю броню. Так, чё тут для счастья не хватает городку? Воды и пищи. Есть здесь пища, некого приставить к... А может, бабушку заставлю? Пускай это... еду приносит. Водичку. Где-то бы так поставить, чтобы не сильно мешали эти краники. Более высокотехнологические эти водонапорные станции. Нет у меня пока тут ресурсов. Ой, воды уже сильно много хватает. Пища, пища. Где наша Рони Шоу? Тут есть коренашный Пайпер и еще кто-то. Пайпер, я же тебя не скоро заберу отсюда, да? Ты работать уже умеешь, нет? Не могу я выбирать в качестве наемного работника. Странный склад, не помню такого. Девять часов до 9 часов. Только прихожу сюда, сразу 9 часов. Чувак с миниганом решил наверху тусить, да? Хотя его приставил внизу. Сыкотно ему на передовой быть. Минигана дистанция небольшая. Вот сюда тебя назначу. Окей, вот здесь и тусуй. Будете оба наверху. Ай, куда ты пошел в обход? Ладно, пошел ты. Пошел ты. Места, что я там, кровати больше не мог сделать, да? Потому что закончились ресурсы были. Сталь была закончилась. Вот в это здание, где только что был на складе. Какой-то такой склад. Оставим еще кровати. Может, будут новые жители приходить. Все хорошо. Я и сам киварну до утра. Сколько сейчас? 8? Давай, 11 часов. Мало спал я в этой игре. Там 30 с чем-то часов. А 60 дней прожил. Спал полтора сутки. О, Спайпер спали. Что мы с тобой друзья. Ник, ты что подсматривал? Когда его присобачил наверх, он пошел уже на эту точку. Ну, нормальный такой парень. Так. Минитменша пошла верхом на свою точку. Ладно, обойдемся без минитменов. А то видос получается ни о чем. Что еще можно сделать по-быстренькому? Бурление. Найти пивоваренный агрегат. Поговорить с Эрин, это искать. Прогули отчитаться. Ресторан Starlight. Провести зачистку. Доложить рыцарю Ризу. Раздобыть сенсор потока. Дать псине нюхать сигару. Костюм серебряного плаща. Все довольно длинные миссии, но
Я вам обещал в каждом видосе замес интересный и забыл об этом. Сейчас я вспомню, где я находил атомные коты, карьеры Квинси. Где-то, где возле памятника, возле которого мы нашли тогда винтовку неплохую, где мотоциклист умер, где была винтовка солдата и памятник солдату. Возле того места есть два врага. Я находил интересных. Сейчас попробую их найти. Видос минут на 20 еще растянуть надо. А что показать, не знаю. Зачем можно так кратко сходить? К сожалению, видео получилось не очень конструктивное. Я думал, миссия будет поинтереснее с этими схем лабораторией, но получилась она такая. Схем лаборатория довольно-таки коротенькая. Мы помним, мы тут встречали нашего врага, который механический робот. Может попробовать его встретить еще раз, если он заспавнился. Нету. Нету. Опасный он был. Я помню, как это все происходило. Давало мне, конечно, прикурить жестко. Так. Холодильник. Так, вот здесь сохранюсь. Да. В доме чисто. В доме, может, и чисто. Тащишь, кидай мне. Это был Билли Холидей, говорит наш Трэвис. Не вставай, не вставай. Не вставай, лежи, не вставай. О, Ник, молодец, снайперишь. Ну и винтовочку я ему дал, конечно, снайперскую, так что снайперить ему прям самое то. Супчик. Это был серьезный враг, если разобраться. Если бы я не с сильным оружием, то я мало что противопоставил бы ему. Убийственный плазменный карабин. А вот это хорошо. Увеличение урона людям на 50%. И это отлично. Короткий ствол, но я его переделаю. 42-42 урон плазменный. Отлично. Установлен стандартный конденсатор, короткий ствол, штатная ложа, штатный прицел. Можно попробовать переиграть сет записи, посмотреть, что дадут, в смысле. А если не будет тут этого врага? Топливо для мистера-помощника. Хотя бы будет смысл что-то качать, а то я уже с оружкой уже чуть даже расстроился. Типа мне уже как
бы ничего не надо. Знаю, что из этого оружия можно сделать получше оружку. Мина, клейстер, 5 клея сразу. Интересно, клейстер я не помню, что находил. Так, сколько мой бластерный пистолет имел? Это самое. Сейчас найду. Так, плазменный пистолет был 33-33. А здесь 42-42. Плюс уникальные свойства. Увеличение урона людям. Карабин-пистолет. Пистолет был на какой? На третьей ячейке. Туда становится наш карабин. Уже хорошо. Приятно найти такую вещь. Ради нее стоило сюда переться, если честно. Но я не надеялся тут найти именно это. Точнее, не совсем это место я искал. Это место я вообще не искал, я о нем ничего не знал. Памятник, вспомнить бы, где он. Ну, на этих болотах, по идее. Здесь можно встретить интересных врагов. Ой, сорян. Я постараюсь вам показать хотя бы еще одного. Причем давайте воспользуемся чем-то попроще. Вот 44 урона. 88 урона. Не так уж мало, но не сильно много. Так, вражина. Не тебя я искал, не тебя. А ну-ка, не вот эту ли штуку я искал. Это что, это лодка? Издалека показалась совсем другой вещью. Вы не можете пойти туда, что? Край карты, да? Ставим метку вот сюда. Ёптель, не хотел я перемещаться, хотел метку поставить. Да. Но гуль тоже был силен. Это да. Смотрите, какой. Рейдер интересный. Прям рейдерский босс, я бы сказал. Посейдон Энерджи. Там что ли атомные коты, да? Да. Ферма Уорвиков. Где-то метку сюда передвинем. Пройдемся городком и по болотам. Здание.
вагон какой-то. Ух ты. Лазерные ловушки. Ага, пусковая установка. Вот там лазер перешел и получил бы с базуки в спину. Прикольно. Здесь можно употреблять кровь, дабы подлечиться, но в предыдущей части, даже не в предыдущей, а в Fallout 3, не в Нью-Вегасе, а именно в Fallout 3, мы могли повстречать таких себе послеядерных вампиров, у которых можно было выучить навык, ну, кровопитие. И выпивание крови приносило бы нам больше ХП. Ищем цель в одиночку и в тишине что-то интересное. Цель находится в недосягаемости орудий. Пушка сюда бить не будет. Держал в заложниках стрелок, охранников каравана, что ли. Мы видели убегающую корову. Все-таки люблю я свою оружку, этот страж смотрителя. Мастер, он превосходит нас на несколько левелов. Убивать его простым оружием смысла нет. Надо чем-то мощным. Опять чуть шашку не задействовал, но отменил действие.
А вот и встретили хорошего врага. Именной. Так, по идее, босс. Биг Мак. Только с хорошей оружки, только в голову помогло его убить. Красных целей нету. Смотрим. Ну, уникального вряд ли что-то было. Обычный миниган, но враг был именной. А вот куда свалился? Летный шлем супермутанта. Шлем с очками летчика забираем. Пригодится кое-кому, я вам потом покажу кому. Карта пропуск Уилсон Автоматойс. Очень хорошо. Валентайну миниган. И посмотреть, куда упал этот чувак. Так, у меня и так там от бафтатов зависимость. Кушаем. Что, он провалился, что ли? Он, да? Биг Мак. Что-нибудь полезное, кроме минигана, ничего не было. Ну что ж, здание интересное. Мы еще карту нашли какую-то. Карту пропуска на этот завод. Так, наверное, вряд ли попали бы. Потому завод будем лутать. Посмотрим в следующем видео, как это будет выглядеть. Я думаю, что на сегодня будем заканчивать. Уложимся в наш лимит. Спасибо за просмотр. Приходите к нам еще, как говорится. С вами канал Олег Гич Геймс, Илюша и игрушка Fallout 4. Спасибо и до свидания.